Чили Абинского. На их послал, да и все. Диск подарил ему. Диск. Он сказал, сгружу на машину 5 тысяч, с пустой 3 за проезд по Челябинску. Я говорю, ты еб***ся, что ли? Еще надо заработать. Я говорю, давай я вам... Те говорят, ну как? Я говорю, иди нахуй, не дам я вам ничего. А мы сейчас колеса изрежем. Я говорю, валяйте. Да. Ну, тронулись, а он на подножку скочил. Я говорю, тебе чего? Ну, залезь. Я залез и закрыл я дверь. Вытащил ножик, сказал, я тебе вот этот ножик в глаз сейчас воткну и проверну. Он меня убивать обещал пистолетом. Я говорю, тебе сейчас ножик в глаз. Я говорю, ты меня убить хочешь? Я говорю, я сейчас стрельну. Я говорю, ты вообще когда-нибудь убивал? А какая разница? Я говорю, поэтому не так просто. А я тебе ножик сейчас в глаз воткну, нахуй проверну. И ты будешь, как пират, говорю. Только тебе уже второй глаз не вставит. Я говорю, вот тебе 1000, пиши мне бумагу, что ты мне деньги взял. Вот тебе диск, вот даже пацанам, скажи, пусть не пристают. Он вылез, видать, ну, там сходил, сказал, что я спокойно проехал. И все. А так в Уфу подъезжаешь 50 рублей. С Уфы выезжаешь 50 рублей. Это кому 50 рублей? Гаишникам. А, гаишникам? Ну, на въезде, на выезде. То есть бесплатная дорога или как? Нет. Просто как бы давай, да? Нет. Машет гаишник, останавливается. Говорит, он радостный, что ты приехал. Говорит, здравствуйте. Ты говоришь, здравствуйте. Чего это находится? Давай неси блины, мой золотой. Ты обещала. Где шоколад? Это вот этот... Вот это шоколад. Вы еще оставите. Чего? Я не оставлю. Я все съем. Ну, заезжаешь, тебе на посту гони на въездном. Палкой машешь, останавливаешь. Останавливаешь, он тебе говорит, здравствуйте. И такая улыбка душа, я тебе говорю, здравствуйте. Он тебя спрашивает, что ты нам привез? Ты говоришь, 50 рублей. Он тебе говорит, давай. Ты ему даешь, он говорит, до свидания. Все, хоть бомбу атомную везет. Заезжаешь, там, загружаешься, разгружаешься, обратно выезжаешь. Тебе говорят, здравствуйте. Ты говоришь, здравствуйте. Ну, на другой день или в этот день. Там, куда загрузишь? Здравствуйте. А вот там, значит, пост ГАИ выездной стоит как раз напротив завода, где бутылки делают. Вот я оттуда с Уфы возил бутылки, вам лимонад, кока-колу разливаю, такие бутылки. Вот завод стоит в 100 метрах от поста ГАИ. Он видит, что ты выезжаешь с завода, понятно, что бутылки везет. Он тебя останавливает в каждую машину. Вот у нас там 50-60 машин стоит, как говорит, здравствуйте. Чего тут нас повез? Ты говоришь, 50 рублей? Он говорит, давай, даешь 50 рублей и поедешь. Ни документы тебя не смог, ни хуй.